Человек так устроен, что он ко всему привыкает. Я, например, ночью работаю, а днем сплю. И ничего, привык, это идет много лет. Поэтому человеку свойственно приспособиться к тому зимнему времени, которое будет удобно тем, кто это создает время. А мы будем выполнять все его, как бы, эти заповеди. Я думаю, все будет у нас хорошо с зимним, и с летним, с любым временем.